Вот посмотрите, почему никогда нельзя нажимать на кнопку «Повтор будильника». Хотите знать научное обоснование тому, почему никогда нельзя нажимать на кнопку «Повтора будильника»? Позвольте поделиться нейробиологией. Два слова. Инерция сна. Когда вы жмете на кнопку «Повтора», вы проснулись, а когда будильник перестает звенеть, ваш мозг снова погружается в сон. И вот что выяснили исследователи. Когда вы снова погружаетесь в сон, после того, как проснулись, ваш мозг запускает цикл сна. А цикл сна длится от 75 до 90 минут. И когда будильник снова начинает звенеть через минут 9, вы такой: «О, боже мой, вы замечали, что у вас прям был глубокий сон, когда вы снова засыпали?» Это потому, что вы провели всего 9 минут в 75-минутном цикле сна. Вот это вялое, истощенное состояние, которое вы испытываете, это не показатель того, каким хорошим был наш сон. Это показатель того, какие мы с вами идиоты, потому что нажали на кнопку повтора и привели наш мозг в состояние инерции сна. И обычно у мозга уходит примерно 4 часа, чтобы преодолеть это паршивое чувство вялости. А еще, помимо разрушения цикла сна, ученые также доказали, что повторное использование будильника приводит к ухудшению когнитивных функций, гормональным нарушениям и сбоям в биологических ритмах.